Человек неудачно упал. Было больно, потом прошло. И вот снова боль. Перелом одной из косточек запястья. Кровоснабжение отломка нарушилось, и он омертвел. Удалить его несложно. Однако пустота вызывает смещение соседних костей, и они повреждают друг друга. Удаляя кость, пустоту надо заполнить. Но чем? В лаборатории полимеров Центрального института травматологии и ортопедии имени Приорова начались поиски подходящего материала. Они продолжались несколько лет. Один из последних экспериментов. В организм кролика вживлен заменитель кости из силиконовой резины. Исследования на клеточном уровне показывают, что материал этот биологически нейтрален. А каковы его физико-механические свойства? Основные показатели почти такие же, как и у суставных хрящей. Силиконовая резина хороша и тем, что легко поддается обработке. Научный поиск коллектива медиков во главе с лауреатом Государственной премии СССР профессором Мавшовичем увенчался успехом. Несложная операция под местной анестезией, и работоспособность кисти полностью восстанавливается. Сделано уже много операций и никаких осложнений.